дорогие гражданские, уважаемый президент, уважаемые депутаты парламента народного собрания, уважаемые делегаты чрезвычайного съезда. Сегодня, глядя на этот двор, место проведения нашего чрезвычайного съезда, мы видим, что народ сам по себе, власть сама по себе. Власть сегодняшняя в Республике Ингушетия – это власть, если где занимают должность для источника обогащения. И если бы эта власть жила и работала во имя народа, во благо народа, для народа, этого позорного явления не было бы. Но, алхамдулиллах, хвала Всевышнему, сегодня погода на нашей стороне, дух на нашей стороне и правда на нашей стороне. Сегодня власть республики работает во имя себя, во благо себя и для себя. Сегодня, оказывая недоверие этой власти, чрезвычайно съезд в резолюции должны вынести недоверие за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей, за предательство. Глава республики предал клятву на Конституции, которую он обещал сохранить целостность нашей территории, нашей республики. Он ее нарушил. Сегодня мы должны оказать недоверие нашим представителям в Государственной Думе, сенаторам и депутатам Государственной Думы за преступное молчание после принятия этого закона и подписанного соглашения. Да, как бы ни было, молчание это тоже не по нашим, не по майнавским обычаям. Если ты представляешь народ и республику в Федеральном собрании, в двух палатах, в Государственной Думе и в Высшей Палате Совета Федерации, ты должен был отреагировать. Вы не отреагировали тогда, когда 6 ноября 2012 года был подписан закон главой республики, Чеченской Республики, о Малгобекском и Сунжинских районах, когда я вам лично говорил в Москве, чтобы вы потрудились, и необходимо было отмена этого закона. Но вы шаг не сделали. Вы просто говорили, Ахмед, но мы сегодня где видим, спустя 6 лет, как аукнуло все это. Через несколько дней проходит 10 лет. Истекает 10 лет правления нашим главой, нашей республики. Что мы породили, что мы получили? Разлад в духовном виде, в духовном направлении, в нравственном направлении. Поэтому, алхамдулиллах, наше единство показало сегодня и в будущем, что все от Всевышнего, и мы выдержим эти испытания. Круг слова села Бякагаши, Адаз, Амаду Камелмади Адиуз, Халбакр Хоздарцар, Бавр Хоздарцар, Камел Хоздарцар, Малхламус Вейцал Дерцар, Хадавулч, Мергисламус Вейцик Дерцар, Валай Самай, Валай Мягкаво, Яна Шамадат, Шинпачо, Айянчал Тиамак, после того, как вот так устраивает вас Айянчал Тиамак, через согласие не отцел Рамзану. Поэтому, Бог полы, я прошу всех наших братьев и сестер не допускать с нашей стороны никаких измышлений в отношении нашего братского чеченского народа. Виновен один, наш так называемый глава, наша исполнительная власть. У нас нет законодательной власти, у нас нет судебной власти, у нас есть прямая исполнительная власть, которая куда ни зайди, говорят, указание сверху. Поэтому мы должны разбираться у себя дома, и мы разберемся. Да, Леандре? Да, Луату Бахулы, да, Борца Болбы. Баркал Галдяр Астал. Переходим к третьему вопросу, последнему.